күннен күндіз сақам жона, әйгі бенденіктері әйгі бері тахаритын көрігі дедачы мен Мария Павлова. Бүгін бігі нолог тұғынан кепсетек біт. Қағаңғадылы ханнық нологу ханна қайдақ тәліқтәк біті сумазын қайдақ қотту бұты, оны тағынан үп қарчы бұланнағына юрис сүбетте бар болуға бігінен бірге болын, ватсап нөңі итылар күтін бігі күттәшілер бұтығар үйталар оқытын сөп ағыз 9-14-279 үрбәкке 6-12. Бүгінгеттен сақауыт сірігер олыс интересіне неделі білдерілден тұрар. Налоговай білі неделеді бұр чәрчетінен үгіз тәрәхін оғылырға да ұлаққан жонға да болуға. Олтығынан маңнайғы ғылжыпыт кәпсияға Ярослав Уларов финансовай колледж, оны финансовай үйерегірі кейінен преподавателі. Ярослав Вячеславович, дөкіннен? Дөкіннен. Жәте, сақа Аха, бұл тұғынан кәпсәрі? Бүгінгі чығылаттан 19 чығылағалды бігі колледж бұтығар налог неделетеден білдірді біт. Бұл тәрәхіммет налоговай үліхеттер бірағыниктіргар анандын хағылаты біт. Генелі фүрбе біріс чығылаға бұл ұлаған бірағыниктірі болар. Иделіақ күннірі болар. Ол чәрчетінен бұл бігі колледж бітігер діни налоговай грамотности финансово-экономическом колледжі дейін білдірді біт. Бұл неделі біт бүгін әттен хағыланна, бұл бастығы тәрәхім біт открытый уроктан болла, открытый урок үйден кәлім бұл. Онтон ол тағынан өсі әссі құрыйута бар. Олны тағынан 19 чығылаға ұлаған 10 болуға викторина. Үстеденар біт ихінен, онына Управление Федеральной налоговой службы представителлері үліхеттірі кәлін жүрилықтара, асынқалықтара. Оны тағынан консультация болуға, консультация біт үліхеттір ғанан, оғылыр ғанан, қолуырат, бұл хақы әрігерді дейтес қолуырат, атын ұлыс үліхеттірі қолуырат, жоннара, Онна кирен кеттан көрі құрын әп. Олар бұл имущественный налог вычет тұғынан кәпсек біп. Қанның налогы төлілдері, налоговай барақты ақтары, әтвестеміне стәқтарын. Олар бұл личный кабинет сервихе үлілер. Оннан қайдақ жеттен тақываққа налоговайға заявление құры өққа әбей, абрашайсы күніққа әбейін, оны бардың көпсе. Оны барды сейлей берді. Сейлей берді. Ярослав жайын, бұл бәхес сылбын преподавателінің лүліндетін, бәхес сылбын налог предметін үйеретіған студенттар бұтығар, онына бұл тәрәхін сүрін көғіләтшіті болағын. Тоқ сыллақ сұрқтақ ән маны тәреддің толқұйдатын опсанын білі. Хім бір мәніттен тақсылап болады? Бұл тәрәхіні ұйы аңырай түтігір толқұйда бұдым. Әміс кәрі жәнәрі тәбе бөр кәл біде. Маннық тәрәхіні дұққанады ден. Әппетім күрдік бәхі сылбын үлілі бін. Бәхі сылбын бұл налог передіметін өрі бін. Колледж бітігер қағандаған маңық білі, передметтеріні маңық ұлаған мероприятияларын бол батақтары қолы бұра. Бұл басты күтінен ағылды бұн, автор көрдік, еті идеяны әп бітім. Оны бұл коллегамын күттай Татьяна Иннокентьевна ғылын иткен көгілі әмет бұл маңығы ағылаты бұл. Бұл ғылы құрға бұл мероприятия біттен оғылар өреп біт передметтерін білі, қолы бұры өреп біт чыңғат әбет. Оны тағынан сервистері өретеу, бәп-бепі көрдік личный кабинеттер, қолы бұры үліхеттер бітігер, бұл сатурудниктер бітігер, бәйбітігер консультациялық бұл, оны бұл личный кабинетінен ғылы құрға. Оны ұлаған ғылы ден бұл фүрбе бейдіс чығылаға болуқтақ бұл налога бектер барахниктерін, қолы бұры бұл бәйбіт студенттер, бір онды үлілі барықтары, барық иделерінің кемебік кейдіан қолы бұры бәлірін, барахниктерін, білелдерін көрдік. Отын бұл тәрәхенгетігер бұл отын колледж чәрчетінен ағыр дейтігітті. Оны колледж үліхеттерері бұл уроктары ұйтықтырды, әбетер әте налоговай органнардан иделәқ үліхеттері еген ұңыран күттіңір ағыты. Аты бұл мероприятия бұл колледж үйінен болыр болан бәбіт, иделәқ преподавателдер бәбіт кәпсей біт, бәбіт ұйты біт.
Вот бы мероприятие на икки эреболы, это вот икки преподавательдар. Он на бебет буха из халаранан арахсывыт пыт. Халабра викторинага налоговый диктант демболар. Халабра он такой бы налоговый диктант, мы бы бюнга чехлаттан у нас из чехлагалды баракетталлар. Юлхеттер биттаганы, студжаннардаганы кетталлар. Консультацияны, у нас из чехлага болухтах консультация бутын бебет преподаватель бит кепсир. Хюрбет чехл налоговая служба бейт юлелябите, опыттах преподаватель бит был имущественный налогтары кепсира. Что-то ты кратик, это не дохардень имущественный, хамсават бай дол налогом билет Канады. Все ханных сюрин налог тарбалары билет Канады, не каз бит диких билетта. Холобра был олохтах, да, кихи тют налогу тюлюр, олтуханан кепсиях бих холобра. Подоходный налог, холобра хамнастан илар налог тухнан кепсиях бит, тух вычет тарбаларан холобра был, ого вычет барен. Имущественный налог вычет барынка всех бедины атылыр, эбетер атылыр түгенметегер тоқ бұр аптақ бұтын білер күрдік. Оны тағанан қолы бұры социальный налоговый вычет тұғынан кеп всех бед. Қолы бұры палатына балдығаға обращайся гымы болық бұтын, эбетер палатына өрінер болық бұтына тоқ бұр аптақ бұты, онына тұғы государств баттан қолы бұры ылдық бұтын әбейді. Тетері ұлық бұтын әбейден. Тоғы дейтіқі бұл бастық ұроқтан, оғылардан дағаны ұйтар болдықына налог тұқ қанаданы, налогу бұл службы тұқ үлілері дейтіқі бары қатчыры қомы ердейлдер. Олар әпаниятияда бар, олы бұры кенелерге қатчыры қомы ерден. Государство оны бұбеге мейх бір үл бұ тұрып бұттен кенелер бәлірін налогу бай бар аптарын біленнер, олы бұры государствоттан тұқ қарчытын ылдықтарын төптүрі хэбі бейлерін ұрысқоттарыттан дейді. Ототек, программаны ары сихли ханна көрін білекпін хэбі біле ұлыстар дағаны кейрен істектерін ең бағаралдара бұл оде? Аға, қолы бұры, бұл балығы не бұд колледж бұд сайтығар бар болуға efek.com ден адрыға, оның кейдіхетіне новостегі бастығы жы хүрін ұстараницетігар бар болуға. Ото зумынан болуға консультация бит, ссылка таген барта бар болуғана, оанақсыз чығылаға кейренгіт. Истек қытын хәп, бопрустақ болуға қытына етек қытын хәп, барта нәп еттек бит. Ай, тұта бұ хәфиргі әп еттек бит. Зумынан жы барта болу. Хәп, че бұ, неделеттен ұраты, өстеғеге жа үгіз тәрәхіне қыт нәхіленелерге ананды, нәхіленеге Бұл тірәхімет тағанан өсі тұғы үтті бұт республиканскай олимпиада ден. Оскула оғыларуға ақсыз кластан 11-із клас кілді. Оңна орты өрек тәхеннер ұстудионлар кірді олимпиада болла. Оң түкай бұтын бұл білген халғы ұғатты бұт. Күлбі бәхес чығыла қылды. Оның күнді өрен әтшілер әйгі бағалысты кейренгіт өсі көқті-өқті күттім. Бұл мероприятияға ғамы әлбәқ күтті ашылақ ұлыстен мейріне ұлығы болар. Бастығы местаға тұра. Әлбәқ осқолы оғылыры күтінділер анына. Иккес местаға тұбы жүкізгі көрат тұрар. Онан бағалысты өсі төгіл күттім. Ото бұл мероприятия бұл олимпиада бұл көндірірі олимпиада бұл баққа, бұл бігі олимпиада түмегінен тұх анализың ұруқтақ бұл. Хақа херін қолы бұра ұлықтақ тұры бұл ұсқылы ұлыры, ұстудионлары түхі финансовай грамматнаске білі ләқтірін анализтықтақ бұл. Құлы құрығы ол. Қағыңғытын ұйталары еті қасығын бұл қағаланын Ол енен әғы олимпиадалар түміктерінен тұқ көрдір білді бітей? Бұл олимпиадалар түмігінен бігі үз блогынан асын көтірір бұл бұл. Өй өттіндіне өмейіне оны навы кеден қолы бұры кейі қатшынна қайдақ әп көт тұханара бұл сервистерінен жы тұханаларынан қатшытын бейті хатан ағырын
навык тахту день онан асен который работает. Покорячу ты потом белитер налог то люллер до день он это имбелитер готов хоть чип чати горуллери. Имбелитер габаллана бастеку он и киз группалах имбелит баллана кинелерге хир налогу тан басхолоналлар гнан баран ол алта хотай гадлы. Алта хвиз квадратный метр гадлы ольгота берилдер. Онтан Эльбек боллағана, холобора ағыс сотай дәхир дәх боллағытына, еге 2 хотайын төлігіт. Холобора ағыс сотайтан 600 квадратный метр ағатын көріт дәхетін, еге 2 хотайын әрі төлігіт. Оты бұл маңы, бұл налоговой ольготалары ұлықытын бағарар боллағытына, еге налоговой органға хайыбылың ғыр үйқытыннады. Холобора бұл мен. Инвалидпин, эвитер пенсионер бендин, холбору бы пенсионер дареме, 600 квадратный метрага ольгота лаллар. Олар хилдеринде. Ага. Он то ол бир, холбору икки хир дах боллахтарына, кинлер бейлер ол бир хилдерин бейлера талан хурием берерлер. Если вы идти гибе бо МК, аптека, то наларга вычты лыққа хэп то тоғы документар надалары? МП ылар боллахатына ху, холбору медицина үттүтінен боллағана, холобора, еге платна клиникаларга обращайся, кому поллахат, тогра платная услуга нам тогам поллахатна. Холобора, тискити на аматорбы поллахатна, ветер платная тогра операция аматорбы поллахатна, олонан бычеты лыхатна. Он на хандык пагар ол операция, хандык пагар медицинской өңі кирерде, ветер тогра метуспа испехектахту. Бейте тогнан испехектах, холобора, хыналах, дорогостоящий лечение ден, он на кеннере лечение ларденга. Отом буманна эми нормалах, олбора хюсюр бетехин чагарадлы бумалах тугу тюнюн нерехтерен хэм. Ола ту хюсюр бетехин чаттан 13 бірхэнэн тюнюн нерэллэр. Хэп, Ярослав, эм бу финансовая грамотская опция нюлэлэс бетин хинератта ди. Волонтер да болаган, он на бо финансовой грамотного билини хангаты билигин холобра ханнык там гаджари би республика бутер би олох тахтар бутер эн көрдөкүнө. Тох биги республика бут хама юк ихин Россия аналистер түмүгүнө биги бүтэк хаджабат. Иннеганан боллагана бұл бейбіт тағамытын хақы херен олық тақтыры тағама үрдүйрін күрдік бұл үлігі тағатты? Үлігі бұғытынды табыт. Отты олхен бұл регионалын да методический центр бүтген ағалды бұл табылықтан. Онтан қаямыт бұл әлбақ бұйылғаттан мероприятиялары ұдан ағалаты бұл. Жәмін сетті хейіне бағарабын, күджік бұл үчей ағалағын, бігі бұл регионалі центрыттан, бұл финансовай бұланнағын туынан бүгін өссе дағаны кәпсетек біт бері біт чәршеттінен. Ярослав Айықы Мақтал үліғар сетті хейлері өтті бұл неделіғат үрдік тағымнақты қағарығар бағарабын. Күнді көрәшілер бігінен бірге болын, бігі нолог туынан кәпсетек бітін салғық бұд. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги.фм». Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Эти люди не курдук, ах сын не магнеги кунюгердылы беги налог тарбытын бартын төлюре бәхенестяк бити. Джа хайдах төлюй бити, маны сихили бихеха ғылжыпыт кәпсияға Валентина Яковлева налог ветеральный соуспатын сақатеринағы хударстыны өңілергі отделін сүрін инспекторе Валентина Владимировна төкіннен. Төкіннен. Ага, джа бу бастан хағалыр бутыр, ах сын не магнеги кунюгердылы ханнык налог тар төлюхтяк бити.
Вот бы хлая тыллар, да, каз бидиленки хибар билебит, слая налог тлюбит, сиддех, джелех, оттах, транспортах пылах бидна, налог аллар. Бу налог пытаттан ахсынни басты күнер сроктах, бу уже кастахлын болла, улар иббат олох, онуттан бары өйтүр ханыр болох тақыт, беремете кәлле. Быйыл иккеті хинча хүтбе хыллах, аспыт слая налог бутын ахтыбыт. Онуттан быйыл улахан эббах вопрос кирер. Личный кабинет тахтянга урод кабинет востокогреягер багалут сумма олрае плана был костюмет. А ну тон те бахаран это бин личный кабинет ка сообщение день разделка кирех Канада, манна бо налог кемея агалут тон тохнан суруктар бит уже бо алтанья и тон кален хадаллар. А ну ахан курюхтун нада бисиякатин нада бо чепчети агалут тухохту суммагат кайда агалутей. Тоже бо то бремя алдывать не сулга бо сулгат ангара алдывать то доллара алдывать то отлавать ин транспортах деля хот так плохо на бартун корем сихли бисиахать не надо он на тон телюргидугер бо уведомление о QR коде бар он на уин ден уникальный номер бар бо номер дали то ханагат бегат онлайн бангат нюге телюхать не надо. Он на тон эти улахан эльбах вопрос кирер госпортал чагыгар. Джон барта блин кетиан олар булактах портал госуслуг кахан олар бекрен түхер индиан эйтар джон баллар. Он на тобой ханатан өйдөтен этебин порталга бу налог төлөбүрүн срога астана бидде кэлен түхер. Ол эбетер ахсынни 2 күнүттен хагалан кэлен түхерга. Он это ей дает тягот, из которого боги дают тягот срок, когда на харбу полагается, порталка сумма, когда он тут спит полагана, он это ей хапенья алта тратит, ей какой-то покатен. Он это лишь не кетеем деньги грабун, жену, бо порталка пароль лах полагается, бо пароль котом то ханангит, налог точка ру сайка киренгит, лично кабинетка, бо пароль котнан киренгит, агл вот сумма то на дон тюлян деньги. Госуслугам пароль. Госуслугам пароль нан. Налог точка ру га киренгит. Бегат лично кабинета ханангат, он на суммагатын төлөхтүн хептен. Бремете, келелик. Жек-жек, ты не бары даган соху есть плохтақтар, бары тон госуслуганын үлелерге өрінен қалпыт, он на тоқ бар ликвитанция бутин бар текелер боллаға де. Аннук. Ага. Бұже ұйыты бега Валентина Владимировна еха кейрен тұрар хеп. Самозанятайдар налогтарын туынан бұғар аргып боллар де. Это был самозанятый день чахный джоннор, бо белые унги джонга нарока унги онгорон качи эбикилернер боллахтарна тоханаллар. Это бары белер бы куду бихи ндыфыл ден налог на доходы ден качи онгорон боллах бутна уонис бурхан тюлёх тэхпит. Он там был самозанятый день налог на профессиональный доход ден НПД ден тэкылкатан эттэхка саңа тух кирбите аспыцыл отоиттан. Кит бите бирека бо республикага, онотан бо налог чугеден унис бриган болбатах, аллах чептети лехкара бриганнах, унгарон чахне жонгар бо плахатуете бриган тулугун, онтан бо телтелерка тулеспе плахалта бриган тулугун, онотан манке бо тухка налогоги хюре заявление бередин натахуах, аз бити кихи беде самостоятельно тух мой налог тен программаны качать ден надо, телефонюгер ду, компьютергер ду. Эти приложения. Бэйте эти приложения на качать дыр, он нужен бэйте регистрация ланар, паспортные данные на рогон надо. Он на тон бэйтен бэйтен манна силсилан, хатскалан, деви курду регистрация нам стоятен нахар. Он на тон уяи бэйте, чебо үмітін ордағына батча қатчыны келдердімден, бұл приложенияға келдерін хен нада, батчаңында налога болағына программа автоматы мағыр, өй бүтуде бұл батчаңы төлі өден келер. Суммата өйінді? Суммата өже өйін бүтін кәнттен, әнеқа өже бұл сумма келер. Маны мен онлайн ланын төлің кебеген, тұғыны төрді бұрыстой, чепчекке бұрығыны күра, өлігінеті бәйлері үңі оңыратшылар, қолы бұрыттан жон үксе основной үлләқ бұлайды, тілті әуләлір, қамына сылар, оны тағынан ұттан бәйті үңі оңыраллар де тұрып бұғараллар, кемере естінер, кемере ұғанар де, онын қатшы келерінер жоннар, бұл үрдәқ чепчетілләқ туғынан туғанықтарын өп. Кем
налог тартан обсан бас холнон хэби бу гус ити кир бит эльбе хоглахтар пенсионердар имбелитерин ханны кемет налогтан бас холнон. Ага. А то ти бай дол транспорт сир налогар ден чептетилер тухнан вопрос. Ану тон бияха федеральный хакононан уркаттан дааны чептетилер жану бар билебит киройдар хэбиска хуюсар сие киройдара инвалидтар, пенсионердар. Ану тон бу этер буллаха би республика вот бейде налоговой политика ден хаконнах. Бу хаконга би федеральный хакон таханан чептетилери киллерин сөп. Ану тон бияха тух табараран этер буллах пна пенсионердарга чептети джиау акка онна сиргеден бар. Ану джиау акка кинлер бир көрін байктан басқолан орден, ола бетер бир квартира, бир чахнай де, онна бир гараж ден мандык категориянан арқсар. Ону пенсионер ке холобр ике чахнай джелях былай биргер налуға ағылар. Онна тон бу пенсионердар итачылар транспорга чепчети барды ден, Комайо койын транспорга чепчети пенсионердарга көрілбет, оны да пенсионер транспордақ қыланан алуын төлер. Оны тағынан тон әлбе қолақтырға ден категория бар. Бұл бұта бағая қылағыда. Бұл әлбе қолақтырға деға мұны қыққас бейді оғыттың тұтылықта. Қолы бұр квартиралақ болған, квартиралақ кеғе 5 квадратный метр бир оғоден, жағыны желақ бұланы 7 квадратный метр бір оғоден. Ол бұтырын төхінен өлбі қоғылақ құн, өтінің чөпчетін кәмейі қырап олар. Өлбі қолар бұл әдет, төлір налуғын қырап олар. Оны тағынан ұттан бұл олық қабысыңа дейбі күді бұйыл кетінші өлбі бұтын төлі біттейдім. Оны бұл кетінші өлбі қолақ налуғы бұтар, ғаңа чөпчеті көрілінне өлбі қолақтырға транспорт налуғыр. Олы бетер бұл екі түріп біттен, екі түріп біттен бір транспортға басқолону ден, сүз бірген. Олы әді бұғылар өлбі қолақ үсі ғаттан өлбі қолақ бұлақтырынан бір транспортырғар басқолонулар. Оныты мәні қырақы қатшық бар, бұл транспорт ғырған цыналақ, масыналар спектері келбедақ болықтақ дейді. Аға, қанлық сұмманан болықтай ғаныта? Оттын де, ұлыған цыналақ транспорты мен экономика сылайы бәді спекті қарар. Сылайы бәне ғырғыл транспорт бұл, оны кейден сайтары көріқтірін ада. Оттын ұрыққаттан қайыттан 3 миллионтен ғырған цыналақ транспорт обычты Хәбесі бұл ұйтылар кейрі тұралар, мен налогым өведімленінің кәлбіте тоғары иллері ғылағым әмейі бар дейін. Бұл маңдық бұл қасты кейтеніне кейіп бұл бұлырын налогпын төлі өтім. Онытты де бұл ағай құлықта ағыты дебі күрдік сайпытыр үйлі бары тұрар. Әмейі олық бұл үлері бөға бола тұрар, налог органнарығар. Оның бәстен оттан технический збойдарды болдылар. Ол жүрттетігер лишні кабинетка үлі барарынан бәстен етінлік слушайдар бар болдылар. Қос ойдамелене, қос ұрқығылар, ойдамеленелер қалан лишні кабинетка өтелер бітті. Оның оттан төлемет сумалары, аға, төлемет сумалары, оның оттан еге бұл Өдемілені атынан өтөлі құтынна да. Оныты бүгін бұл ұрақ көлі көнірді бүт қаяды бүттен, оныттың дүшіне кабинекеді келін бір бәккелен бұл сұлмалар күт көмпіп болық тақтыр. Оны үлбі ұлақтын өтөлі өндемін өтөлінде. Кергенілер бір квартиралақ болық бұтына қайдық төлі бүтінден. Бір кейге төлірді әбетер үккен білі қағайын болықтарына үккен төлі. Оттан кергенділер хакон бұғытынан общия сәмесіне еден балалар, олады кендер бұғымырыған 50-50-ан ардан төлілер. Оныты ведімленілер ғорылағы жар, бұл кей туға қайдаған. Оныттан бұл ғырақ ғылар біленге анығылы туғынан договор бұрашын еденің ұсталар, олының договорынан қолбағын олар жоңға долевой собственностен балар, олады доляларынан. Кемеға қас доля ғырылы бұтынан, ол төлімдері налогамендік ол долянан ағылар. Хөп, онда бұл пенсияға тақсан баран жет ұттубыт болықпына налоговой вычет барды? Атады вычет жағығыр вычеттен еге төләбіт налогын төлдіруден, оттан төләбіт налог еті 11 ғынақ болықтақ, олы ветерен доходылар болықтақ. Доходыл бұқыттың сылағы доходыттың 11 ғынның түнірер болықына, төләбіт налогын түнірер болықына пенсионер үлеліреттен, үлеліреттен тұлықтақ. Бұл пенсионер үлелер болағына декларация түйірін түндірін деп, вычетін туғынын деп, оттан бұл үлеліретті ақыстығы болып үлеліретті болағына қамайы қайын-қайын түндір бөлді.
Отут сол үйрегірігі өлелебетім, вычетылық концепту деген. Бұл вычетка өпсені ұйты бұға кейрері бітті. Отут бапруға қаддары туға хуақ өлелебетім деген қолыбыр. 2019 ғы ұрай бітім пенсионер бұн вычетылық концепту деген. Үшіне кабинет бар кашылек бар ұқпытым авансам земеліней налог бұн. Но кашылек бар көсті бәтті. Ти булана востока чахгар вычет чахгар пенсионер булана бо халовр ханга ура булана хаком бхитнен усслан рад тунеге улябит сларн тендерюнцеп улябит тулябит налогтан тендерюнцептен халовр кини бо бил бо бахл бибир хил битен ради хил битер дилу успейдан бердане кини уан тосллах улябит тугун ланцеп Алны тағынан кені енеке ғыларға ме өлі ай ұстройызғын өлелер болағына, әме дәлші бөчетін ұлан тұғынан сөпті болар. Аннаттан еккес чахығар, еті көшілек чахығар, көшілек ханға болғылы бір бәйелдері күн төлі бұлағы көстімен сөп. Тұғайдарген еті төлі бірдер барда білден тұрар бағын нөңе, федеральны қызыншесті нөңе ағалар. Аннатта сұрақтақ бұд оң қынықты. Бейхан алуайға оң қынық егер бұл төлі бір туғынан информация келектіктен. Аннаттан бұл туғық бұғытынан абышына түргенді келәтші. Аннаттан келен сұлыма келен түспіп бұл көшілікі көстіуға. Көстіуқтәк, аннаттан бұл налог төлі бүрі ақсыны бастығы күнігер дылы деп бітті. Бастығы күніктен ақсыны көз күнігер ұжы бұл төлі Бұл үкі сөйіз жығылаға ақсыны күндерер кейден көріңсіп, қашылы ұғыттан бұл сұлмата көғырәбіп тұғақты дейді. Опсынан налог бұтын бігігі бұл сәтен не самай бітігік күнігерді төлі ұқтақтықта? Онлық. Ақсыны бастығы күнді тола үлігіне әді төлі ұқытынна да. Антон Беремәдің ағардығыттаны ұжы бейне ағылымын. Күр, Валентина Владимировна, бұл бұрос тәлбәк ұйытты керел, әйге қанна қайдақ бұл ұйытылар ғытынан үләлі әғіті білін әлінені күтті, қанна бұл ұйытылары ұйтықтарын хөбей? Атын үксе лишіне кабинетін өңге келер, онына сайқа әме бұрос берік тұғынан электронный херпістек біт, оның өңге әме жүнді әлбәғы ұйдар. Оныттың бұл білдіребін көрәтшілерге хасыны yakıtı.ru-ға онлайн конференция ұйдығам. Оныттың бүйін үспейден әпеттәвекке қалбы дебетер, үспейден әйпаққа қалбы бұрыстарғыдын, хасын бұл онлайн конференцияны өңге ұйдыңыр әме біз сияқтын сөп. Нағашы информация болла, онында әйте санаты қара, бігі сұғыры бұд, мой налог дегенде да? Налоги фыл ден бұл, именно лишіне кабинет, мобильный приложение де болар. Онтан әйте самозанитайдар ұңыр ұйпыттыра, ол онында бұл ана мой налог ден приложение болар. Самозанитайдарға. Онтан бұл бейділен чағына дөнна лишіне кабинет күтін тілпе өмедер тұрыр құтын сөп, он көйгіт налоги фыл ден приложение болар. Нағашы онна тұта кейбдіқ бітіне еспет ұяйы ағылын төгіні төлінің ұқтаға. Әті самозанитайдар кендері ұяйы ағылыра. Онтан, онатын, әйге бұл камераны көрінілдірің ұт, нәлейіне бітер, де бағана ағытына тек құтын хөп. Оттан, барғытының ұрабын, пейіне ен ақтар баққа, налог құтын қойтап баққа, бұл ақсыны бастығы күнігерділі төлін. Бұл сұрыптар бары лишіне кабинетке кәлен түспіттері, оны ағын ағын көрін, бізсін, оныннаттан біреметігер налогатын төлерін дені ғырамын. Күнді көрәйтшілер бігі салғы қылғас реклама тұқты бұлға барығық бұд, ол кәнеттен қаянды көрсі өқ бұд, саңы үйе идетті копирайтер тұғынан көпсетек бұд. Оны тағынан финансовай бұланнағын, онына юрис сүбеті бар бұл оберегдер, қанна дағыны барман бігіністі керге болып. Әйге бері чәрчетінен әбейді қот тұғынан көпсетеветін неделі айы сөргіті біт. Бүгін копирайтер үйдетін тұғынан көпсетек біт. Технология сайдыйды, үйе қамыйды, онлайн үзелер сайдыларын мәктеледі. Ол күрдік бігеға бәйетін жарғын тұғынан көпсі кәлі Елена Малгарова копирайтер үйдәлі өте күнін Елена. Аға, бұл копирайтер үлеті тұққа текст құруға ғытыр әп, чолан инстаграмына дейін болар. Оннатын сайттарға әмей сұруға құхып. Реклама әйін бұғытан хақағанын ұрыянды? Аға, өтеті қолыбырым еқа ұрытаратшылар, өксін әте инстаграммар тақсан сұруялылар. Аға, онна оны тағынан білі копирайтерінен әрі мұңынуран қалбаққабын, ұстынан білі әссейлары, индивикулы жөр әлі әнеме қолыбыра
Ол мәхәк бейхен дейін қолыбыра түхе ұғын тексті? Өте бір пост. Ағаны пост отар ас болар, дейді? Аға, ике түхін чекі символ керер бір постқа. Оны қолыбыра олық үгі ол ике түхін чекі сыл тылға тиер кіна ғыру еқтарын хөп, әбетер қыраты кылғыстық, чекім бейден бағатынан айтақ көрерінен. Ата де социальный сетиміңе шәті инстаграмыңа да болуын туға тас көстіуті әме орды қоруылы өнердер, ол әме барта кейрерді біле сүріқтері, ол бұйыр бүт сүрейдері. Аха, әтеме барта ақсылылар. Оны те хал бақ үйір бүт хирейін тұрор бұп болатшылар, әтеннік күнанлар әте зынақтырын ең күтчатан көйелдер. Ата мен бәйем өксін оңдық, хал бақ әндек смайлықтары ең тұттырдың олық өбілі әбі. Лихан қолыбыран сұрыебін, онына хақастауы кейхі ұйтан барамын бәйен бағарарғынан, любой смайлығы бәйен тұрорын берді. Олады әбі чөшуен берер болды, бәйтігерді. Онтан, ән үйті мүхә бейхандан үйкі түйінші сүр үйкі үйіз знақтақ текст дедінде, оны қолыбыра күнге қас текстен ұры еқін көбі? Мені оланы ценгім ұжарғы үрдәуіт бастан хағалыр барындығы әтіхәп. Білген болағаны тұн, әте сүрінден үкке қауынға құрыябын, оны тағынан хем бір күн айыда болылар, үккілі үстіу жонлар сүрияллар. Оны қолыбыра бастан кейремін бұ кейістерін етсетін көрібін, үксін қандық тұллар кені тұттары біті, оны білі сирейін қарағын көрібін, кені күрдің бәйбін, мандық ұлынан қайым, мен кене бітен болылар қолыбыра туқ тиеметі егенден. Онтан сүрлен баранды, ғытыра түхен еген баранды. Әме редакциялығын, онына ол кейгер ұйтағын. Бұтын біле артыстар тұрыққа кейретші біттелерді, ол күрдіңе біппатса? Ота қатты, онды қылын өбіне, оны ардығар бәйім күліхан атшы бұн. Бір тексті құрияр олық білі, бір кейі тұрыққа кейре-кейре құрияр демін. Оны бәйім сібер күліхан абыдым, оны аспытна дейліға.
Тогдагин амбастан боланан ахтыг негатин курду хури бутун бир кыска михакаханан. Ол онна хуриан барамын ол юбилярша тетя тугун бартын ылыннағым деп отты. Кене характеристикатын. Онтон хоторогос болан барамын истеннен кыс бар хури бутун. Онтон хоторогос болан барын репетиторскай бар хури бутун. Ман ол бир күн егер хастыки оролугар киренылар курдыга өппенне мен ол күлі хана бутым. Оны бұқылан қалбаққында біле берер немата дағаны атын-атын болаға, деп сұру ерді білет бәңіп бітін көрдіп тұттар тұллыра дағаны атын-атын. Аха, ардығыр оның бұқылы таққатшы біле тұққыр үксі әбетер білі маңды қаян дағаны бұ кәмге бітер еқтәқпен ден білі үксі үджер кәммер. Аха, онтан білі үже спокойын, арғын аллан оларының ордықыны білігін нөтшілі тақы кеперекілучайсы ғынар біте. Оны те, икек жоны күтті ғымны күлі әдем, олеген үже білі кенлері қаттағар арғы білер. Хен аймақты хам барады. Орды қақалы құрияғанды нөтшілі ұды, оны бұ қақа әрігер аудиториян қақа әрінен мұғырданар дұ әбетер әте атыны тәсөттеріме тақсар Онтон кимне ахара холобра хахалыми хакастачылар. Аха, оно те тух тас дойдуга пока хох пахла. Аха. Аха, ондук пока хакас кирели готте те жигинен холобра копирайтер болбук кихи бейетен биле раскруткалыктах типте. Реклама берен, хаян деген ол он той буне те пока оно кай бакка хаджам. Да кайым хода пока не лимти бакка хаджар. Аха. Ол ген хака херенен эрхаджам. Түхі болды дейтін жарқтамытын копирайтын? Икі ғыл. Икі ғыл болды дей. Онына чолан үйереметің до, онына үйеретағын до дейін бұ ұйталар, көрөтшілер. Бәйім үйереметім. Бір үй күрдік, бір нөтші күйігер үйереметім, Москва күйігер. Онына күралан, береме астаған ақсын бәй үйерене ханады бұғылақ дейін атыттаргыме үйеренен ағабын. Атак, бәйім бағарабын дағаны әме Тоғары жәм әндің барьерді ақпын көрді. Бүлі синдром самозванса дем бар, де қаз бейдеке еға үйдетігер. Бағар хетері біл бәтім болу, бағар хетері үйдетігім оға ден, ол тұқты тұр көрді. Атар нәл бақ кейіндегі етәрі, бәйін өреті еққыны еңдерінер. Онына тұғардағыры тұқтан қалым. Жек-жек ханағын күске қобын оқын нәді өп қатта, оны ха Толлатшығын дөй біле атын әйгеға хұрыяргын, бі әйені болбатақ бұлайды, ән олығын болбатақ. Атын кейі олығын, атын кейі санааларын ән бастықы сирейттен хұрыяқтақын. Үрірға датшығын ағайы. Оны түхі бір емен адыны біле, ол тұрыққа келергер. Ам бұлырын ұробына, ғаңа жыл кәнеттен бір строительный фирманы күтті үлелігі жүбітім. Нағырақан әтім еқа әп. Білі черновой пол, ген оннук маннык. Тутугасы ғаның бол? Аға, мен олық тұты үйебер бейді жетіп патағым дейбі күрдік күрдікті. Нағырақан әті, үлген халғы оны күтті үлелес патағым. Аға, олады бәйін әме қайыр баланды көріңгін талар болаған үлелі. Меға қадері жүгаспаға үрдік болар. Бұ кейі үрі бұдайын. Онына ондық жонлар текстарын үктілгені құрылған тақсар. Разу қайдағырылық. Онтан кемде ғар екендерін ағы ұрақан болады. Мандық қағалығын атын бағайы құрдық. Мандық қағала атақтыран емей атын бағайы құрдық. Отан атылыр текстен қайдақ болар? Атылыр текстен... Коммерческай. Өді өді оларын бүтігер дейін вау ұлабын дейірім күрдік күні. Сұрылықтақ, онына қаз бейді кеге қабілі тоқ барды термин ұсымымына бол клиент деген. Ол оны психологияны дейбітім күрдік ол. Ол ұрытынан ұбылы тарыяңын, әбетер арғы яғайдық оны күчекалатан ағаңын атылығыннар ағаңын деген. Орыс төйділер таққа. Оны қайдақ табат аяна бұны? Ол табат аянарғар жағылай біле Тұқ оңырғын де, анализ. Мені те бір продюсер күгі күттілі лейбін. Ол кені қолыбыра целевой аудиторияның бардың анализ табы деген болаға де. Үлген оны көрін қолыбыра, бұл балар да махазиайкалар. Махазиайкалар қолыбыра тұғы боллақ болықтырын сөбейде. Оның көген күрдік бұхарын құрылылар. Өтшен әте, Отаке онлайн продюсер енде неме күджік бұ саңа үйе идете болаға де. Түхінен кәлбік кіне бұл продюсер дағы ғын үлелемет әденгін? Аха, үйті болағанын ол продюсер күйім дияны ден, кенемеген ол
Қасы балтара ғылан нарат түгір, бастан бәйті ғақас берер әтен тұн бүті әгер қаманды бар кейрағын до дебіді. Оны үйірінді күтті кейрін қаллағым дейді. Оны түхе ұраталақ әбді ол продюсерді ғол әлер, оныны бәйін? Отын кені клиенттері болар, оллаға де, ол оны тұғатынан үшіге. Оны ол контент план, әген дебі күдік барды бәлем. Google дисканар ебаттатында теман оны ғыджар, оны ұжы ғурен кейрін барам. Өтшіғана әнеті тәрәхін әйнәт түтігер үләләспет біреме онынна бара алап болғанды. Чөпчі бұ текскар үләләхен бәйен өттігінінде. Онтан білейін бұ әбейді қуат темата бары да көрдіңдер әбейді қуат. Оны қайдыда қайын көрдімікіні бұ мені ден табат албықтыны бұ түгі бәлейін әтәйінік әбейді қуат бұлынуын бағалақтырға. Тугора особенно хатыр. Вотта тохтагана талана киген талана хохтен ки хога бит. Оно бонан именно ол туга хатыр гытын илен улангыт. Ол оно биле эргитен тахарангыт. Ол онон эби дохотта нахтарын сөп. Эн буйнине сурьерген инсеп лүретин. Мен болан осколара хаджан хурьеретин. Онта тилатан бараман кайдагар олох. Нади бап болан калбыдым. Онтан етеде түрем барамын, оғылынан барамын. Жеғы олыран ұлыс күйен барамын. Арылды бұта деп күрдік. Наха шеге өтті. Еліне еқа, мен бағарабын жа түгін үйрін кәңі ерігер. Текстарын чәпчекедік сұрылаларығар. Одынаттан барда табылдан ерігер бағарабын. Мақтал бігі беребдер кәлін өжіт табыққар, күнді көрәтшілер бігі білген қолғас рекламаға тоқта болға барабыд. Ол кәнеттен өте әріп бүтім көрдік, финансовай бұланын ағын онына үресі бәді бардың оға. Еще раз добрый день, дорогие телезрители. Напоминаю, вы смотрите финансовый выпуск программы «ЭЙГЕ». Основа финансовой стабильности – это, конечно же, планирование. Каковы же его основные правила, нам расскажет Рита Михайловна Якушева, руководитель регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. Добрый день, Рита Михайловна. Добрый день. Давайте расскажем, как же правильно спланировать свои финансы, в чем основа основ. Ну, естественно, финансовое планирование – это вот основное правило ведения семейного бюджета и одно из главных правил финансово грамотных людей. Вот. И подходить к этому вопросу нужно прямо сейчас, если вы этого не сделали еще, да, и подходить нужно ответственно. То есть, если вы уже делаете этот шаг, то нужно себя готовить к тому, что я буду делать это постоянно, каждый день, ежемесячно, на протяжении всей своей жизни в будущем. И самое главное, привлекать к этому, если у вас большая семья, если у вас есть дети, да, и если вдруг ваши взрослые уже родители проживают с вами, то, конечно, лучше вести финансовый план вместе. И включать в те финансовые цели, которые вы будете вносить в свой финансовый план, да, финансовый план своей семьи, включать те цели, которые желают, хотят получить члены вашей семьи. То есть, чтобы были заинтересованы в ведении этого, в соблюдении финансовой дисциплины, да, все, кто проживают вместе с вами. Чтобы каждый был вовлечен. Конечно. Это независимо там, и старый, и млад. Конечно. Потому что у всех же желания есть. Кто-то из наших родителей, допустим, они хотят тоже себе позволить какой-то отдых, возможно, да, уехать куда-то и так далее. Ну, я говорю на примере своей семьи, допустим. Вот. И дети тоже хотят получить какие-то гаджеты, какие-то подарки на Новый год и так далее. А когда у нас есть семейный финансовый план, в который мы вносим все эти желания, и дети четко понимают, что, допустим, в свое день рождения он это получит и считает дни, да, и, в принципе, в другое время он уже не просит. То есть он уже понимает, что вот есть срок этой цели, есть план, согласно которому мы двигаемся, да, все вместе. И уже, например, он не капризничает, у меня 8-летний ребенок, он, в принципе, понимает очень хорошо. И когда мы идем в магазин, я спокойно с ним прогуливаюсь по магазинам, мы просто с ним смотрим какие-то вещи, он просто выбирает и говорит, мы можем себе это купить, допустим, на следующий день, мой день рождения. В этом году мы
берем это, он это прекрасно понимает. А на следующий как бы можем этот. Если мы, вещь недорогая, то я ему говорю, что мы можем позволить ее раньше, если вдруг она тебе очень-очень нужна. В принципе, он, ну и, конечно, когда мы начинаем анализировать, вести учет доходов и расходов, мы начинаем анализировать свои траты в том числе. То есть мы сразу исключаем все то, что не обязательно. Потому что, когда ты начинаешь считать деньги, да, ты начинаешь четко видеть всю финансовую картину, которая происходит вообще в целом со своими деньгами. И вот эти вот 100 рублей на кофе, там 300 рублей на тортик, да, или на пирожное, поход в кафе, не запланированный поход, допустим, да, там, после работы забежать, там, быстренько перекусить. И вот эти все траты в день можно тратить до 1000 рублей. Просто необязательные траты, вот некоторые задумываются. Незаметно, да? Незаметно, абсолютно. Потому что, почему, еще раз, да, банковская карта, она же как безналичная, мы осуществляем безналичную, мы не видим этих денег. А если бы мы рассчитывали с наличными, конечно, было бы ощутимо. Но плюсов у банковской карты множество. Вот единственный недостаток – это то, что мы контролируем свои средства путем только получения смс-уведомлений, когда мы тратим деньги. Да? Но когда мы начинаем вести свой финансовый план, когда мы начинаем вести учет доходов и расходов, мы начинаем сопоставлять свои траты с теми возможностями, которые у нас есть. А какие вот конкретные инструменты вы бы посоветовали вводить вот в свою жизнь, да так, чтобы это было и безопасно, и удобно для каждого? Конкретный инструмент, который нужно ввести уже сегодня, это контроль трат. Ну, то есть можно завести в мобильное приложение банка ограничение по трате. Допустим, 1000 рублей в день. И все, и не выходить из этого предела. Если мы оформили карту ребенку, допустим, да, то у него мы можем поставить тоже дополнительное ограничение, потому что карта же оформляется на нас, если ребенок еще несовершеннолетний. Поэтому можно тоже поставить ограничение и позволить ему тратить, допустим, 100 рублей в день. Это максимально. И тогда мы можем как-то контролировать. Естественно, фиксировать все обязательные расходы. Потому что когда мы фиксируем обязательные расходы, мы четко знаем, сколько нам денег нужно заплатить за что конкретно. Вот. И очень хорошая такая привычка – это экономия. Экономия именно в плане экономии жилищно-коммунальных услуг. Вот именно по этим моментам можно, в принципе, сэкономить порядочные суммы. Если считать не за месяц, а, допустим, за год. А вот планирование личных финансов и вот семейного бюджета, оно в чем отличается кардинально? Личные финансы здесь все гораздо проще, потому что мы отвечаем только за себя, да, мы знаем, сколько я зарабатываю, сколько у меня там премия будет и так далее, и так далее. То есть ведем полностью и знаем, сколько я сама лично буду тратить. И никого больше мы как бы, ну, нет, единственное, подарки, да, своим близким мы можем расписать сразу на год и знать, когда, кому что мы будем дарить. Вот, а когда мы ведем семейный бюджет, тут уже намного сложнее. Тут сложнее учитывать именно вот доход, потому что ведение семейного бюджета, оно же бывает разного вида. Может быть смешанный семейный бюджет, может быть общий семейный бюджет, может быть раздельный, может быть там частично раздельный, да, то есть, ну, вот такое. И вот такие вот моменты, но они бывают, что, ну, как останавливают людей, что ли, ну, вот особенно мам, да, что начинается, она думает, что вот я сейчас начну, мне муж подумает, что я буду там контролировать его и так далее, да. Можно же сразу договориться, что вот у нас есть такие расходы, сначала посчитать расходы и сказать, что вот, дорогой, у нас вот на семью такие расходы. И можешь ли ты мне, допустим, в семейный бюджет вкладывать, допустим, там 50% или от этих расходов, да? Плюс там 10% будет вкладывать там бабушка и дедушка 10%. Ну, условно. И он, когда человек будет видеть, на что тратятся деньги, тот человек, который является основным, да, скажем так, добытчиком, да, у него тогда не будет вообще никаких вопросов. Он, конечно, без проблем, он даже все 100% на себя возьмет, но когда он четко будет знать, куда деньги тратятся.
Потому что большинство же, ну что далеко ходить как бы кругами, да, что большинство ссор в семье происходит именно на фоне финансов. Угу. Куда потратили, что купили и так далее, почему купили, почему меня не спросили и так далее, и так далее. А на какой срок эффективнее вот составлять этот план? Все зависит от финансовых целей. Ну, вообще ежегодно, конечно, нужно делать как минимум на год. То есть сейчас, на следующий год, можно. Либо в декабре? Да, можно прямо сейчас начинать. Ага. Потому что сейчас, вот, в ноябрь-декабрь, это такой период, когда люди получают там, дополнительные премии и так далее, и так далее. То есть можно уже рассчитать, потому что у нас основные траты, это выходит же на Новый год. Угу. Мы же покупаем всем подарки. То есть статистика об этом говорит даже, ну вообще сама жизнь об этом говорит, да, что в Новый год люди тратят чуть ли не половину заработанных сумм. Вот которые, об этом да. как раз хотела спросить, как из новогодних трат выйти, ну, не совсем в минусе. Очень много лайфхаков ага. есть. Можно сейчас очень модно же разумное потребление. В принципе, можно записаться на какие-нибудь курсы, там, бисероплетения, допустим, да, и сплести своим подругам или друзьям, знакомым, допустим, браслетики или какой-нибудь колье. Есть разного рода тоже мастер-классы, очень недорогие и даже бесплатные в интернете можно найти. Как сделать открытки, допустим, веночки рождественские и так далее. То есть такого... И эти подарки, они будут теплыми, потому что они сделаны своими руками и от души, потому что и, во-первых, и во-вторых, ну, самое главное, да, что они не ударят по семейному бюджету, да. Не придется с пеной у рта бегать по всем торговым центрам, всем там QR-код, не QR-код, вот эти все моменты придется избежать. Если сейчас уже, значит, заранее начать готовиться к такому приятному празднику, как Новый год. Вы в рамках своего центра проводите довольно много мероприятий по повышению финансовой грамотности, вообще пропаганде финансовой грамотности. Какие вот сейчас предстоят мероприятия? Сейчас у нас идет республиканская дистанционная олимпиада по финансовой грамотности. Мы ее решили продлить до конца ноября в рамках Всероссийского фестиваля финансовой грамотности «Финзошфест», который тоже идет с 15 октября до конца ноября. Очень много мероприятий. Подписывайтесь на наш инстаграм. Вот всем рекомендую подписаться на наш инстаграм и заходить на эти порталы moifinansy.rf, finkult.info, наш сайт Fingram Якутия, да, и там мы как раз вот даем все ссылки на мероприятия, как зарегистрироваться, что это за мероприятие, что они дают и так далее. Ну и, конечно, рекомендую смотреть уроки Банка России на сайте ТНИФГ. Эти мероприятия все проходят в Якутске, либо для жителей улусов тоже есть возможность присоединиться? Конечно, есть. Вот у нас даже, у нас же проходил марафон финансовой грамотности для муниципальных районов, и получается, что мы... в эту среду, 17 по 19 ноября, будем проводить марафон в формате онлайн. Ссылка есть на нашем сайте fingramyakutia.ru. Все желающие могут подключиться и послушать. Три дня у нас будут выступать лекторы и Министерства финансов, и Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, Министерства труда и социальной защиты. И волонтеры финансового просвещения будут рассказывать, как управлять кредитной нагрузкой, что такое финансовый план. И, ну, очень много вопросов. И пенсионная грамотность, самое главное, вот у нас будет волонтер с пенсионного фонда, она будет рассказывать о пенсионной грамотности. А много ли сейчас волонтеров по финансовой грамотности? Ну, вообще у нас числится чуть более 60 человек. Кто туда входит? Туда входят в основном преподаватели Якутского финансово-экономического колледжа, да, и студенты, и сотрудники, конечно, нашего центра, и банковские сотрудники, те, которые работают в федеральных банках, в республиканском банке, сотрудники налоговой службы, сотрудники пенсионного фонда, Роспотребнадзор. Вот это основные наши волонтеры, самые главные люди, которые, помощники, да, они, потому что они выступают и в качестве экспертов. Так как они этой темой, допустим, вот Роспотребнадзор, да, они темой в сфере защиты прав потребителя, они же работают с этим. Они знают, с какими проблемами люди приходят, какие заявления они пишут и так далее. И с ними гражданам очень удобно. У нас есть группа WhatsApp,
И у нас есть адрес электронной почты, на который отправляют обращение. Мы им передаем и получаем ответ. Угу. Спасибо большое, Рита Михайловна, за столь исчерпывающую информацию. Было интересно, я думаю, было полезно нашим телезрителям. Как сказала наша гостья, можете все анонсы всех мероприятий найти на сайте fingram.yakutia.ru. Ага, спасибо большое, дорогие телезрители. А прямо сейчас мы продолжим наш эфир и далее будем говорить об алиментах. Так что оставайтесь с нами. Наш эфир продолжает традиционная рубрика «Юридический ликбез». Сегодня к нам в гости пришла судебный юрист Марьяна Михайловна Федотова. Говорить мы будем об оплате алиментов. И если у вас есть вопросы, отправляйте на наш WhatsApp номер, который сейчас увидите на экране. Марьяна Михайловна, добрый день. Добрый день. Как мы и указали, наша главная тема – это алименты. Каковы же сейчас правила оплаты алиментов и его размер? Скажем, не правила, а порядок взыскания алиментов. Я расскажу общий порядок взыскания алиментов. Угу. За алиментами можно обращаться в любое время. Ну, можно обращаться даже, если ребенку 17,5 лет. Ну, хотя бы полгода, да, получит ребенок алименты. Угу. Алименты удерживаются с момента обращения в суд. За алиментами вправе обращаться как один из родителей, опекун, также приемные родители, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органы опеки и попечительства. Также общие правила, общий порядок взыскания алиментов. Это вот сейчас я рассказала, что удерживаются заработной платы по месту работы плательщика алиментов, также удерживаются судебными приставами, вами исполнителями в принудительном порядке. А куда же подавать о взыскании алиментов? О взыскании алиментов подается в суд. Есть два способа взыскания алиментов. Это добровольно. Добровольно – это когда взыскиваются алименты по соглашению алиментному. Когда два человека договорились, да? Да, когда муж и жена бывшие договорились, и они пошли к нотариусу. Нотариусу заключили алиментное соглашение и удостоверили его у нотариуса. Также взыскиваются в судебном порядке. Есть процедуры судебные. Это выдача судебного приказа, а также исковое производство. Выдача судебного приказа применяется тогда, когда нет споров никаких. Известно место работы плательщика алиментов, вот тогда выдача происходит судебного приказа. А исковое производство – это когда есть споры, да, кроме алиментов, также есть требования об установлении отцовства, об определении порядка общения с ребенком, раздел имущества и другое. Это подается в районный суд, а выдача судебного приказа – мировой суд. А если ребенок достиг 18 лет, то выдача алиментов уже прекращается, да? Да, выдача алиментов прекращается, если ребенок при этом учится в школе или учится в высшем учебном заведении или в среднепрофессиональном, все равно выдача алиментов прекращается, если даже ребенок очень нуждается в этом. Только после 18 лет можно взыскивать алименты только на ребенка-инвалида. Если ребенок нетрудоспособный и нуждающийся, эти два момента должны быть обе, нуждающийся и нетрудоспособный. А алименты на ребенка-инвалида первой группы обязательно взыскиваются. Какие еще вот правила, порядок по алиментам на ребенка-инвалида? Размер алиментов, расскажу алиментов. Если отсутствует соглашение вот алиментное, как раз вот по алиментному соглашению можно взыскивать любую сумму, но сумму не ниже установленного по закону. Но если отсутствует такое соглашение, то алименты взыскиваются на одного ребенка 25%, это 1/4, на двоих детей это 33,33% 1/3, и на троих и более детей 50%. Также алименты могут удерживаться в твердой денежной сумме, если родитель, который уплачивает алименты, не работает, имеет нерегулярную заработную плату, если ему натурой оплачивают заработную плату, так скажем, да?
Твердая денежная сумма обычно устанавливается в размере прожиточного минимума на детей в регионе. У нас сейчас 19 200 с чем-то рублей на ребенка. Это вот фиксированная сумма будет, да? Прожиточному минимуму. Или же половину можно за это, прожиточного минимума. А если есть задолженность по алиментам, то могут удерживать до 70% алиментов заработка, это закон. Если вот должник по алиментам пропал, либо скрывает свои официальные доходы, что делать? Да, если должник по алиментам пропал, здесь есть такое. Взыскатель пишет заявление в службу судебных приставов о взыскании, о розыске должника. Тогда судебный пристав, исполнитель выносит постановление о розыске. А если розыск вообще не увенчался успехом в течение года, то тогда судебный пристав, исполнитель обязан разъяснить взыскателю алиментов, что она, женщина, например, да, может обратиться в суд о признании, с исковым заявлением о признании этого получателя алиментов, плательщика алиментов, безвестно отсутствующим. И что тогда? А если суд признает человека, вот этого гражданина, безвестно отсутствующим, то уже пенсионный фонд может... Через пенсионный фонд можно взыскать пенсию по потере кормильца. Какая сумма там будет? Какая сумма там будет? Ну, если зависит от заработка того вот, плательщика алиментов. А если заработка не было нерегулярно, то как социальная пенсия? А если человек вот уклонялся в течение года, его искали, например, да? Да. Он потом компенсирует вот этот год ребенка? Да, они накапливаются же, эти элементы. Вот эти элементы полностью... Он обязан компенсировать. Да, он обязан компенсировать. Вообще если задолженность у человека, да, у плательщика алиментов, оно не стирается. Даже после 18 лет он должен выплатить эти элементы в полном размере. Тут нет срока давности. Тут нет ограничений. А можно ли взыскать алименты у студентов? У студентов, да. Сейчас вот вышел новый перечень, и стипендии могут взыскать и со всех доходов, почти со всех доходов. Я писала об этом в своем инстаграме, очень большой перечень. А возможно ли взыскание, отменить взыскание алиментов? Отменить, скажем, прекращается, да, случай прекращения алиментов. Алименты прекращаются, вот, как я говорила, по достижению ребенком 18 лет. Также в случае смерти плательщика алимента или получателя алимента, это, например, ребенка, да? Также прекращаются алименты, когда признана дееспособность ребенка. Полная дееспособность, это когда ребенок 16 лет, например, вышла замуж, или же устроится на работу по трудовому договору, это тогда уже дееспособность, и отменяется взыскание алиментов. Взыскание, да? Также взыскатель сама может подойти к судебным приставам, написать заявление о возврате исполнительного документа, но она потом его может восстановить. То есть может нам прекратить, а потом опять восстановить, да? Да. Переходят ли долги по алиментам по наследству? Да, переходят. Тут ошибочное мнение есть у многих наших граждан, что по наследству алименты не переходят. Да, переходят, но переходят они, если в момент смерти человека образовалась задолженность. Вот эту задолженность наследники должны выплатить, а в будущем нет. Вот, например, 100 тысяч осталось у него, он не выплатил алименты. Вот эти алименты они будут выплачивать, а в будущем нет. Прекращается. То есть до смерти сколько накопилось, да, например, до смерти, да? Сколько накопилось, столько они должны выплатить, если примут наследство. Хорошо. А когда алименты могут быть истребованы обратно? В каком случае? Могут ли вообще такое быть? Да, алименты могут быть истребованы обратно. Это когда взыскатель алиментов предоставил ложные сведения, подложные документы. Когда при заключении договора давили на плательщика алиментов, угрожали ему, насильственные какие-то действия были, и соглашение признается недействительным. А также, если установлено, что судебное решение подменено, подделка судебного решения, исполнительного листа или соглашения. Ну, исполнительный лист или судебное решение вряд ли, думаю, кто-то подменит, да? Да, подделает.
Вот вопрос от наших телезрителей поступает. Детям-близнецам как оплачиваются алименты? По прожиточному минимуму на каждого или как? Да, можно взыскать на каждого ребенка по прожиточному минимуму или же половину прожиточного минимума. Любую сумму, но обычно в суду не взыскивают меньше половины прожиточного минимума на одного ребенка. А тут еще вопрос поступает с пенсионера. Например, ему 70 лет, взыскивают алименты. Он не работает. С пенсионера? Да. Могут ли взыскивать с пенсионера? Да, взыскивают. С пенсии взыскивают, кроме пенсии по случаю потери кормильца. А вообще вот по алиментам, что бы вы пожелали вот тем, кто собирается обратиться, кто уклоняется вообще? Много ли ситуаций? Посоветовать уклоняющимся. Лучше оплачивать алименты вовремя, чтобы не накопилась задолженность. Это же может привести к уголовной ответственности. А взыскателям алиментов лучше подавать на алименты по соглашению сторон. Там можно по соглашению не каждый месяц, ежемесячно, да, можно через квартал один раз или каким-то имуществом. Если человек богатый, там у него есть квартира, он может в кавычках откупиться от элементов предоставлением этой квартиры ребенку. Вообще лучше, конечно же, договариваться, да? Да, лучше договариваться. Если люди не договорятся, то уже обращаются в суд. А, кстати, соглашение имеет силу исполнительного листа. Если человек по этому соглашению не выплачивает алименты, то взыскатель имеет право обратиться в службу судебных приставов и передать вот это соглашение приставам, и оно уже будет. А при незарегистрированном браке? При незарегистрированном браке то в первую очередь устанавливается отцовство через суд. Исковое заявление об установлении отцовства подается. Затем уже, если отец является... отец действительно является биологическим отцом, то взыскиваются алименты, подается исковое заявление в суд. Тут интересные вопросы поступают. Если алименты уже оплачены, а по установлению отцовства ребенок оказался от другого человека, обратно возвращаются ли эти деньги? Нет, оплаченные алименты уже обратно не возвращаются. В будущем останавливаются, прекращается выплата алиментов, но обратно вот эти деньги, которые, скажем, чужому ребенку оплачивал, они не возвращаются. Если не работают, так мы уже ответили. Спасибо большое, Марьяна Михайловна, за такое вот... за ответы на такой щепетильный вопрос. Я надеюсь, что было полезно. И давайте напомним нашим телезрителям, что они всегда могут обратиться к вам через социальные сети. Да, через социальные сети. Я всегда на связи, зрители могут обратиться в любое время. Как называется ваша страница? Моя страница называется просто «Юрист». Нижняя точка ЯКТ-70. Все, спасибо большое, Марьяна Михайловна. Дорогие телезрители, на этом наш эфир потихоньку подходит к концу. Завтра в это же время смотрите образовательный выпуск передачи ЕГЭ. Как все мы знаем, в этом году в стране объявлен Год науки и технологий. В его рамках завтра команда Северо-Восточного федерального университета, Арктического агротехнологического университета и Института мирозлотоведения в прямом эфире сразятся в интеллектуальном бою. И для телезрителей тоже будет возможность выиграть призы. Так что обязательно подключайтесь завтра в это же время образовательный выпуск ЕГЭ с Евгенией Ариановой. И на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо за то, что были с нами. Надеемся, что вам было полезно. Берегите себя, знайте свои права, платите налоги и вовремя используйте деньги с умом. Всего вам доброго!